Семь цветов, семь желаний, семь лет. В Сургуте очередной парад талантов собрал на сцене театра «Сургу» больше 120 лучших ребят в различных направлениях. Зрителям воспитанники Центра развития талантов ребенка презентовали настоящее театрализованное шоу по мотивам сказки Валентина Катаева «Цветик-семицветик». Привязка к нумерологии в этом случае была сделана осознанно. Почему? Ответ на вопрос в сюжете Татьяны Расторгуевой. Ты оторвешь любой лепесток, бросишь вверх и скажешь: лети, лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав круг, лишь коснешься ты земли, быть по-моему вели, и любое твое желание исполнится. Запомнила? Да. Очередной парад талантов в Сургуте прошел по мотивам советской сказки «Цветик-семицветик». Такая тематика была выбрана не случайно. Нам в этом году Центру талантов исполняется 7 лет. 1 июня – это наш день рождения. И мы решили вот в честь 7-летия открыть парад талантов под таким интересным названием. «Цветик-семицветик». 7 желаний, 7 цветов, 7 различных событий, которые дети будут проживать на сцене, проигрывать, ощущать, радоваться. В общем, делать все то, что они делают каждый день с большой любовью и радостью. С большой любовью и радостью ребята из Центра развития талантов рассказывали и показывали то, чему научились за прошедший год. Блеснули знанием иностранных языков. Удивили вокальными данными. Повысили эрудицию зрителей. Это верхний слой земной поверхности. В состав почвы входит перегной, песок, глина, вода и воздух. Каждый парад талантов – это настоящее театрализованное шоу. Подготовку к нему начинают практически сразу после завершения предыдущего. Отбор участников идет в течение всего года по разным направлениям – хореография, спорт, наука и не только. Дети, которые приходят непосредственно ко мне на занятия, это уникальные дети, которым это интересно. Родители, которые занимаются непосредственно с детьми, тоже делают какие-то опыты дома. Поэтому у нас это все проходит в такой немного игровой форме. Мы делаем различные эксперименты, опыты. Поэтому на занятиях детям очень интересно. И, в принципе, мне доставляет большое удовольствие проводить занятия с детьми. Переживаю за них, наверное, больше, чем за своих детей. Сердце стучит, надеюсь, что все пройдет хорошо. Но я, в принципе, в них не сомневаюсь. Они самые лучшие. Число самых лучших год от года только растет. В 2022-м на сцену вышли более 120 ребят. И это не предел, уверены в Центре. Потому что парад талантов – это не просто мероприятие. Для воспитанников это целое событие. Это время подводить итоги и гордиться достигнутым. Мы проживаем то дело, которое делаем, не рядом с детьми, а вместе с детьми. Мы шагаем с ними, мы показываем им пример, мы демонстрируем, как нужно делать, чтобы получать удовлетворение от жизни и от того дела, которое ты делаешь каждый день. Татьяна Расторгуева, Николай Сапожников, Сургут Интерновости.